Доброго времени суток. Добро пожаловать в новую полезность. Сегодня я вам хочу показать, как закрывать петли лицевой глади иглой, чтобы она не стягивала и была более эластичная и как вот резиночка, да, более такая. Я уже набрала и связала вот тоже эластичным набором петель. Набор был у меня для незакручивания лицевой глади. У меня есть две полезности, два варианта, как это делать. Приложу к сюда ссылочки к этому видео. И теперь нам надо закрыть точно так же красиво эластичную лицевую гладь. Итак, что нам понадобится? Нам только понадобится иголочка и наш остаток ниточки. Я этот метод использую для в основном в пропсе, да, для сшивания там, может быть, в чепчике, либо в комбинезончиках, либо в боди, рукава, еще что-то, да, чтобы оно было не тугое, вот так еле-еле, а вот была вот эластичность. Смотрите, я вставляю иголочку во вторую петлю, вот так вот. Сейчас еще раз покажу. Вот так вот. Не так, чтобы у вас попадание было, а вот именно в петлю. Вот. И вывожу нить. Все, подтягиваем. Следующий шаг. Вот эту петлю первую я ввожу вот сюда и снимаю. Дальше опять вторая ввожу во вторую. И здесь вывожу. Все, и сняли, подтянули. Дальше придерживаю ниточку, снова ввожу во вторую петлю, вывожу в первую и снимаю, подтягиваем. Видите, у вас получается имитация наборного края, да? Дальше снова во вторую ввожу и вывожу в первую. И так делаем до конца ряда. И для меня, для рукавчиков, это очень идеальный вариант, да, что, как говорится, очень красивый такой наборный, как наборный край, как будто я с рукава начинала набирать петельки. Вот. И снова ввожу в первую петлю. Не торопитесь. Если мы сразу будем, как говорится, снимать петлю, да, то она как-то так по-другому смотрится. Либо мы сразу все это снимаем, да, как бы, либо мы сначала выводим, а потом снимаем вот эту петельку. Как-то что-то одно надо делать. Понимаете? Смотрите, какая красота. Как вот изнаночный ряд. А здесь вот все так идеальненько. Сейчас мы дойдем до конца. Угу. И снимаем петельку. Очень классный способ. Я всегда хочу показать вам то, что использую в своей работе я. И вытягиваю. Специально набрала маленькое количество петель, чтобы мы с вами не засиживались. И снова вытягиваем. Чуть не сняла. И последний ход. То же самое. Снимаем. Опа. Все. И это я просто сюда ввожу и вывожу. Так, что мы теперь делаем? Смотрите. Я теперь это все мне надо закрепить. А как я закрепляю? Своей волшебной петелькой. Все, затянула. И
Убираю ниточку. Взяла много ниточки. А здесь, видите, даже не понадобилось много нити. Все. Я, видите, уже здесь убрала. Петли убираю хаотично, чтобы у нее было заметно, что я что-то убрала. Я потом это все сохраняю. Может, потом одеялко можно сделать. Да? Прикольная красота. Смотрите, какая красота у нас получилась. Вот так вот. Все. Ну что, до новых встреч, новой полезности в мастер-классах. Пока-пока!